Большое вам спасибо, низкий поклон за вашу самоотверженность, за ваш вклад, за то, что вот, несмотря ни на какую опасность вы были, вы остаетесь передовой. Сказать слова благодарности лично. Депутат Мособлдумы Дмитрий Голубков поблагодарил персонал амбулатории «Горки-10» за высокий профессионализм и нелегкий труд в борьбе с коронавирусной инфекцией. А чтобы облегчить медикам ежедневную работу с многочисленными документами, парламентарий привез амбулатории 2 принтера и необходимые расходные материалы. У нас сейчас кто как никто заслуживает отдельного внимания, помощи и поддержки. Это наши врачи, медицинские работники, которые на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. И благодаря их усилиям ситуация в корне изменилась. Пандемия отступает, поэтому нам необходимо сейчас быстро провести кампанию по массовой вакцинации. И, конечно, все, что сейчас требуется для врачей, для поддержки их деятельности, требует исполнения. И вот сегодня было вот одно из таких действий исполнено в амбулатории в Горках-10. Труды врачей не напрасны. Пандемия постепенно отступает. Теперь, отметил парламентарий, основной задачей является успешное проведение прививочной кампании. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».